Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Так бывает ночью бессонную, мама потихоньку всплакнет. Как там дочка, как там сынок ее, лишь под утро мама уснет. Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама землю и небо жизнь подарила мне и тебе. Так бывает, если случится вдруг в доме вашем горе беда. Мама – самый лучший, надежный друг, будет с вами рядом всегда. Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Так бывает, станешь взрослее ты, и как птица ввысь полетишь, как мы бы ни был, знает, что для мамы ты, как и прежде, милый малыш. Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Мы хотим поздравить всех мам с праздником, с этим великим днем. Хотим пожелать счастья, здоровья и чтобы их дети слушались их. А я хочу поздравить свою маму. Мамочка, я тебя очень сильно люблю, целую и обнимаю. Мама, поздравляю маму, жену, дочек, внучку с днем матерей. Мою маму зовут Дарья. Она у меня самая красивая, самая добрая и вообще лучшая женщина в моей жизни. Она пример для подражания. И я ее очень люблю. И хочу поздравить ее с Днем Матери от всего сердца. Привет! Дорогая моя мама, я тебя поздравляю с Днем Матери. И бабушка, тебя тоже поздравляю. Я вас очень сильно люблю. Всех мам поздравляю. Удачи вам всем. Поздравляю нашу маму, нашу бабушку с Днем Матерей. Она сейчас находится, живет в Алекминске. Передаем большой привет и наши поздравления. Маму зовут мою Мария Васильевна. Она работает в университете нашем уже давно, более 10 лет. Я хочу ее поздравить с Днем Матери. Она нас одна воспитывала. Я ей очень благодарна, что она воспитала нас достойными людьми. Ага, и еще раз поздравляю, мы ее очень любим, ценим, еще раз благодарны ей. Поздравляем наших родителей, из Якутска привет, желаем здоровья, счастья, успехов в жизни. Мы вас очень любим и уважаем. Любите всех мам и уважайте всех. Демин бо кёк экранан туганан кергеммин, Платонова Марьяна Васильевна и Елер Кюннерлен. Исирак битте на гаделибин, воннатан оголор бутту хугар эн улэн ологун барта этэнгэ болун дим багар калам. С Днем Матери я поздравляю свою мамочку, да, которой скоро уже 70 лет, да. Я очень благодарна, что она нам дала жизнь, что мы живем, радуемся. И, конечно же, я сама как мать поздравляю свою дочь, ей всего-то 6 месяцев. Ага. И всех мам с праздником!